ноте. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два. Никаких вот этих трактористов, а? А веревочка у вас между ног, господа. Пошли по кругу. По фуншую, да, по фронтальной стоечке. Пошли. Разноименная рука, нога. Все удары или только? Все удары. Короче, сбоку. Короче, снизу. Тянешься. Разведи кулаки, Алим. Разведи руки, опять узко ставь. Стоп. Ребят, стоп. Вы не бьете. Вы делаете какое-то движение рукой, но если бы были на тракторе, то так-то нормально. В любом случае, у вас здесь должно быть... Это ударное движение. Удар все равно, это что такое? Это выбрасывание, вылетание кулака. Логично? То есть у вас по факту происходит свободное действие. Посмотрите на меня. Раз, раз. А вы идете вот таким образом. Вы тащите свои руки. Вы тащите спиной, еще чем-то. У вас под шаг, это все равно толчок идет. Короткий, маленький. Раз, раз, раз. Вот оно. Вот я хочу, чтобы вы вот так походили. Вот это сверху вниз сбрасывание. Смотрите еще раз на меня. Раз, раз, раз. Смотрите, вниз, вверх. По факту где-то да, вот такой элемент включается. Посмотрите, толчок носочком ноги. Но поэтому тренер сказал, что идти вперед надо, и сзади товарищ по башке бьет. Поэтому я еще эту ногу буду выставлять вперед. Как бы я хочу, чтобы в воздухе били. Не становились сейчас, паузу вот здесь делали. Не вот это движение, не с пяткой бедром, а именно выбрасывание. Раз, раз, раз. Вот это инерционно, сброс сюда шел такой. Поехали. Вниз, вверх. То есть рука вылетает и обратно сама приземляется, и обратно возвращается. Вот. Мягче ноги. А зачем ты трясешься еще? Во-во-во-во. Не надо на носки вставать, не надо выпрямлять колени, свободнее иди. Локоточки вовнутрь. Бей прямые удары только. Вот, ай, стой, дай руки, да что ж такое. Иди ко мне. Таз назад убери. Во. Опусти кулаки. Убери таз назад. О, ну убери таз, жопу назад убери. Вот, видишь, твои руки висят на спину. Вот ты не руки, кулаки поднял, ты локти согнул. Вот теперь у тебя локти висят на сучке, но не гни кисти. Вот дай мне руку. Ничего спиной не делаешь, вот просто руку. Вот, выкрутил, вкрутил, давай. Во, локти уже. Плечи расслаблен. А побежали. 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 Чё бежать не получается? Бежать! Бежать! Время. Стоп. Неудобно, да? Вообще не очень. Правильно. Естественно. А? То есть неправильно. Естественно, не то, что неправильно, но некомфортно. Любое некомфортно, если не сильно эффективно. И тогда вот здесь у вас уже включается что? Бежать. Шагать еще вот так вот. Бля-бля-бля. Ломать нормуль. А бежать так не получится. Под разноименную ногу не получается бежать. Тогда бежать как получается? Под одноименную ногу. Вот он поднимает. Да-да-да-да. Но по факту у вас сейчас и была. Бьет-то какая нога? Одноименная. Поднимая коленки, но очень вас обращаю ваше внимание. Не опускайте пятку. Не просто не касайтесь, а не опускайте. Да-да-да.
Побежали. Не опускается пятка. Напрячь голеностоп, коленки поднимай. Поднимай коленки. Не торопись руками, пожалуйста. Отпустите впереди бегущего. Руки за ногами успеют. Поднимай, вот на месте, побеги, поднимай коленки. Открыть рот. Так, бейте только прямые удары. Руки вот сюда, локти перед собой. Беги, поднимай коленки на носках. Выкидывай, выкидывай руку. Быстрее. Быстрее бежим вперед, быстрее ногами. Не суети руками. Время. Шагом, вдох, выдох. Так удобнее? А? Будет, да. Еще раз, вдох, выдох, продолжаем.